Высшая школа – это конвейер по производству дурака. Поверьте мне, я даже вот наблюдаю динамику студента с первого, там, по четвертый курс или по шестой курс. Динамика негативная. Некоторые думают, что, может быть, профессор слишком утрирует насчет дурака-то. Нет, не утрирует. Будем так говорить, блок экономических дисциплин – это просто, будем говорить, некий такой инструмент, некая такая мышеловка для того, чтобы заманить молодежь и фактически перезагрузить ее сознание. То есть, на самом деле, я говорю, ребят, то, что вот вам тут в течение 4-6 лет дают, это все можно пройти на краткосрочных бухгалтерских курсах за 3 месяца. Но понятно, что тем дядям, которые устроили этот конвейер, нужна именно вот такая система длительного пребывания молодого человека на этом конвейере, потому что за 3 месяца они не успеют переформатировать сознание молодого человека. Это вводное такое слово. Цель экономики, значит, это производство, это первично. А деньги, финансы, все остальное это вторично. У нас все стратегия, экономическая стратегия определяет Минфин, определяет вот первый вице-премьер. Это опасная ситуация? Это абсолютно опасная. Более того, я сейчас даже могу позволить себе резко сказать, я просто, что такое Минфин, как директор института это чувствовал. Я каждый квартал заполнял эти балансовые отчеты. Это большего идиотизма, который придумали эти все, Кудрин, там, Силуанов и так далее. Придумать нельзя. Это говорит, во-первых, об их низком и квалификационном уровне. Ну вот представь себе, в моем институте сделать директором бухгалтера. А я буду, значит, вот там помогать. Ну вот, вот примерно у нас так в государстве. И поэтому нужно прекратить говорить о каком-то у нас росте. Общий мировой рост 3-3,5%. Это все страны, которые благополучные и неблагополучные. А мы говорим о каком-то там проценте. Мы, значит, продолжаем полутора. Отставать угу. от мира. Угу. Он уходит, а мы продолжаем отставать. Это должно, ну, вообще говоря, это должно беспокоить президента и руководителей правительства. И вот этого беспокойства, к сожалению, я не чувствую. Вот такая благость. Вот мы на мировом, так сказать, политике вроде бы там активны, очень это все хорошо, конечно, но экономика – это дело, с которой шутить нельзя. Вот, к сожалению, руководство страны недооценивает тяжелое положение и неправильную экономическую стратегию, абсолютно. Кроме того, что и академик Глазев говорит по поводу финансово-экономического блока, который способствует оттоку наших ресурсов туда, денежных ресурсов туда. Это все тоже чрезвычайно важно. Это беда.